Как я могу это делать? Хат тоже есть. Скажи, что вы там у меня сзади делаете? Угу, а ходить не хочет все равно. Угу. Глянь, хвост вот сейчас подвигал. Такой сам в шоке. Ну, это все? Чего такое? Блин, а то, что поцелуй мой видно на лице. Да, у меня тоже есть секреты. Так, ну что, может, пойдем погуляем, а? Пошли. Давай сотрем его поцелуй. Да нет, пошли снежок потопчем, собака. Пошли топтать снежок. Давай, ты будешь эскимосская собака, и пойдем снежок топтать. В своей Иранге жила эскимосская собака. Пошли. Не, садиться не надо. Видишь, его только начинаешь, он сам двигается, а так он садится. Хватик. Холодно, холодно, сидеть некогда нам, некогда. Можешь ли сидеть? Пошли, пошли, давай, давай, топ-топ. Ко мне, давай, давай. Давай. Короче, ни хрена у нас не получится. Говорю, давай по... Пошел. Блин, да не видно там, Саша. Ты же пошел не туда, не в ту сторону пошел. Хатик, иди ко мне. Хатуню. Иди, пошли. Хатик, мальчик мой. Пошли. Без хвоста вообще не ходит. Давай, молодец. Вот. Глянь, так. Пытается, когда хочет. Вот, молодец, Хатуня, дубль два. А, он пытается домой зайти? Да, что ж он, дурачок, что ли, в такую погоду, да? А, блин, да сегодня не холодно, на самом деле, снег просто. Давай. Нет, без хвоста никак. Давай, я тут встану, чтобы еще сбоку было видно. Давай. Ха! Давай! Ой. Не, ты. Ой, писает, подожди, дай ему пописать. Левой лапкой совсем не хочешь правой работать. У него перелом, да? Нет, у него в позвоночнике опухоль была. У него мышцы просто атрофировались. А? Наполовину. Но шансы есть, но нужно ему разработать мышцы, а то он лежал долго. Хатик, пойдем. Давай. Хат, молодец. Да мой мальчик. О, глянь, на левую наступает почти. Нифига себе. Все, холодно. Давай. Холодно, ты молодец. Скажи, холодно, ну вас нафиг. Молодец, массажик помогает, значит. Скажи, да. Холодно же твою мать-то. Все, пошли. Домой меня несите уже. Вон Дик, посмотри на машине. Может, у Хата... Ой, настроение все поднимется. Да. Ой, Хат, посмотри, как прекрасен мир. Ты должен к Новому году уже заходить. Так нюхает его. Крысик. Ну, это все твои сородичи. Это, конечно, не мама с сестренками, но... Хатские собратья. Да. Глянь, собрались. Ну да, все конечно. Такие, все хотят... Глянь, Мюрил в снегу. Скажут, что такое, почему вы только его на улицу вынесли? Мы тоже хотим на улицу. Гумочки все вообще льдом покрыты, посмотри. Да, я видела, и Шоня там вообще-то тоже. Это не бумочки, это Шоня, бегемотя и Дротя! Ну как это? Вот же, вот он. А, он пришел, да. Все три, это все бумочки. Ой, как нравится бегемотя Хат. Ой, как нравится, и бумочки. Все, разбежались. Тяжелый, давай. Дюша тоже. Череха бежит. Череха. Черешка бежит. Надо одевать что-то. Я же тебе говорила, что этот нужно ему купить. Комбинезончик. Так, ну теперь вот так. Так теперь вот так. Ей же одели с первого дня капюшон. Она там такое начала вытворять в клетке из-за этого капюшона. Пришлось срочно снимать. Ну а сейчас? Ну теперь она вытворила еще хуже. Да.
Глянь, покажи окна все льдом. Снеголёд какой-то идет у нас. Дожделёд. Все во льду. Ну да, то был снег валил, а теперь какая-то крупа сыпет, и все обледенение пошло. Чего, Саш? Сможешь заснять? Снимать? Давай. Даже не успели заснять. Купили вот бинтики, они пригодились. Три горьких бинта. Вот, разного размера. Да. Так, вот чуть лучше. Слушай, собаку, да. Ну тут, мне кажется, что лучше срослось. А вот тут, наверное, если бы не сделала этого. Мне нравится, что сейчас она лежит вообще такая, как ни в чем не бывало. Давай теперь эту завернем. Угу. Заворачиваем. Возьми вкусняк, угу. Хочешь, съешь перед ним. По-моему, она нам сверлит. Да. Собака не дает расслабиться. Теперь еще самое главное запихнуть ее. Она. Кто накапал, не пойму. Все. Дайте. Кокон, твоя судьба. Вообще, по-другому никак. Терпи, собака. Вкусняху. Вкусняху. Давай, выдадим ей вкусняху и полетели, а то мы опаздываем за собаки везде. На, картофелинка кушай. Картошка. Ну понятно, не совсем удобно, да, в коконе, но по-другому никак.